В Кремле категорически отвергли обвинения в причастности российской военной разведки к хакерским атакам в разных странах мира. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал заявление Минюста США о существовании в России киберподразделения, которое, в частности, атаковало президентские выборы во Франции и Олимпиаду в Пхёнчхане. Это уже напоминает просто с постоянностью встречающиеся рецидивы, оголтелые просто русофобия, которые, конечно же, не имеют ничего общего с реальностью. Российская Федерация и российские спецслужбы никогда не предпринимали никаких хакерских атак, тем более против Олимпиад. О причастности российской военной разведки к хакерским атакам во время Олимпиады 2018-го заявляла и МИД Великобритании. В российском посольстве в Лондоне эти претензии отвергли, обвинив британскую сторону в нежелании сотрудничать с Москвой по вопросам кибербезопасности. США предъявили официальное обвинение в хакерской деятельности шестерым россиянам. Минюст назвал их действующими военнослужащими. Ни одна страна мира не использует в качестве оружия свои киберресурсы столь же злонамеренно и безответственно, как Россия, которая в приступах ярости наносит беспрецедентный сопутствующий ущерб ради незначительного тактического преимущества. Ранее Министерство внутренней безопасности США объявило Россию, Китай и Иран главными угрозами для Соединенных Штатов, подчеркнув, что Москва занимает одно из ведущих мест в мире по киберарсеналу и способна на длительное время нарушить работу критически важной для страны инфраструктуры.